Вчера моя подруга задала мне резонный вопрос. Аня, зачем тебе тренинг? Ответ прост. Мне нравится его организовывать, и я первый участник. Поэтому приглашаю вас вместе со мной провести выходные 6-7 мая. Кроме меня, конечно, будет классный тренинг с Ольгой Юдиной. Она ведущий тренер университета риторики и ораторского мастерства в городе Москва. Привозит этот тренинг в Калининград, а я его организую. Регистрация до 1 апреля была совершенно бесплатной. Сейчас до 20 числа 4000 рублей. После 20 числа вы должны будете заплатить 7500 за один день тренинга. Регистрируйтесь сегодня, и вам гарантировано место в группе 15 человек. Что вы будете делать? 16 часов в городе Светлогорске. В течение 2 дней вы отработаете 20 навыков ораторского мастерства. Получите в подарок книгу «Харизматичный оратор», автор Сергей Шипунов. Можете посмотреть ее на Озоне. Что еще? Еще вы получаете от меня, как от организатора, 2 часа коуч-поддержки для того, чтобы закрепить свои навыки после прохождения тренинга. Вернее, даже не закрепить, а понять, как вы будете их использовать. Именно вы. Поэтому записывайтесь на тренинг. Возможно, он станет последним тренингом ораторского мастерства, который вам пришлось посетить. Встречаемся в Светлогорске.